подача. Вот можно бить Иммобиле. Подработал под удар. Еще один шаг. И это пенальти. Иммобиле зарабатывает. Нет. Кого? Я не очень понял жест арбитра. И чего спорил Сократис. Рука поднята вверх, но это не является оправданием. Закрывать лицо в штрафной площади рукой нельзя. То есть ты можешь это делать до тех пор, пока туда не попал мяч. В эту руку. Именно так объяснял нам на семинаре комментаторов НТВ+, Валентин Иванов. Ну, до Сократиса, конечно, доходило как до жирафа.